Ловил я много разных рыбок, я знаю клевые места, где море, где дичьих улыбок, поймать чего-то, как с куста. Но только ты, рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты. Но только ты, рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты. Так, ну ребята, сыграйте мне буги-вуги на досуге. Кто здесь играл на гармонике? Сыграйте мне на гармонике и на гитаре. Какая у вас там диско-мафия. Вау, просто бомба. О, как здесь у вас все хорошо и органайз. А гитара есть музыкальная? Давайте мне сделайте этот... Дохлая собачка не играет. Вот так вот, не доверяй батарейкам. Играй на этой, на баяне. Баян играет? Баян играет, только дай. Молодцы, ребята! Супер, супер-дюпер! Вот он. Вот он, монстр музыки. Шопен Медвея. Медсестричка, да и сделайте мне укольчик. Есть кладбище чебурашек и других всяких. Да, они почили сегодня. Их разорвали. Девушек, на черную девушку просто. Эй, кто ты? Медсестричка. А, ты принцесса, медсестра, да? Да. Это ученица.
Ну все, ребята, я вас покидаю. Мне тяжело здесь ходить. Просто какой-то буни-эм. Необузданный. Пошла музыка! Ну что, Милана, сыграешь там на этом, на барабане? Будем открывать. Хорошо. Как будем открывать? По-живому. По-живому, с большим ножом? Да. Не, нож давай, папа откроет тебя. Так. Наверное, так. И вот так. Открывай вот. По-живому. То есть это новая упаковка у нас. Ни хрена себе. Угу, инструкция. Это важно. Без инструкции вообще открывать. Ну, открывать можно, собирать нельзя. Это папа на собственном опыте. Ага. Какая инструкция? Вообще пипец. Сколько там страниц? 60? Много. Ага. Мама, да? Там какая-то попа. Мягко сказанная. 60 страниц. А что это такое? Целая, скажи, замок и карета. Представляешь, мы с тобой сядем и будем четко по инструкции собирать. Пока можно распаковать, наверное, только принцессу достать и фею, хорошо? Потому что, Милашкин, мы собирать будем уже завтра. Можешь распаковать, достать просто себе маленьких лего-человечков. День рождения закончился, ребята. Бомба. На кухне будет показывать. Ну что? Будем открывать по-живому. Не-не, сейчас не будем открывать по-живому, потому что это будет просто большой мясо. Открыть, там не человечки есть. А где же человечки? Я хочу лошадку. Не, Милана, я тоже хочу лошадку, может быть. Я, может, хочу тоже там... Ох, что я хочу... Сегодня не будем открывать это. Не будем выпускать наших демонов наружу. Хорошо? Молодец. Сегодня просто посмотрим и ляжем тихо спать. Хорошо? Завтра откроем. С чистой, хорошей головой. Правильно папа говорит? Пап, я хочу жушку и орехи. Милана, мы хотим свои эти самые... Желание в узде держать. Я очень это хочу. Но завтра. Я не хочу это. Я тоже думала. Ничего, моя папочка. Не потерпишь до завтра? Могу потерпеть. Ох ты моя киса. Давай я тебя обниму. И может быть, если мама позволит, мы откроем сегодня в твоих этих... Определенное место все сыпем потом, ладно, Милан? Мама, мы сыпем, мы их давай, вообще не найдем этом. Почему я разрешу открыть? Я зачистку сегодня. Поэтому можно открыть. Мама, там тысячи частей. Мы разберемся. Нет, мама, это была твоя ошибка. Ладно. Мамочка, пожалуйста, не делай этого. Пока мы еще, мамочка, не мешай мешки, мамочка, пожалуйста, нельзя мешать это.